Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударсток. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня продолжаем наши эксперименты, тоже вторая часть, пацаны, с вас обязательно лайки. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании, потому что нужно смотреть все части. Все будет три части, это уже получается вторая часть. Извиняюсь за шум, пацаны, потому что соседи делают ремонт уже, блять, очень долго, поэтому я с этим ничего не могу поделать, потому что нам нужно будет крутить влетку ровно в 16:00, поэтому извиняюсь за шумы. Мы сегодня будем крутить на 1000 кредитов и будем потом сравнивать. В первой части мы крутили на 500 кредитов, в этой части крутим на 1000 кредитов в одно время. Вчера было 3 число, пацаны. 3 число я крутил в 16:00, и сегодня 4 число я буду крутить тоже в 16:00. Мы сравним, где у нас больше хороших призов выпадет, и узнаем, влияет ли время на рулетку или нет. Мы будем крутить в одно и то же время. Я думаю, все понятно. Повторюсь, кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Все, ждем 9 минут и будем крутить, в принципе, эту рулетку. Также напоминаю, что IP, мой ник и промокод есть в описании, обязательно вводите промокод. И кто еще не играет на мазинге, вводите мой ник при регистрации на первом сервере. А промокод можно вводить на любом сервере. И там будут разные плюшки для вас, поэтому обязательно вводите промокод и мой ник. Ну что ж, остаются, пацаны, считанные секунды, и сейчас мы будем запускать рулет. 3 секунды остается, и погнали. Все, крутим ровно в 16:00, я запускаю рулет. У нас будет 20 попыток. 1000 рублей — это 20 попыток, если что. Мы не будем ни страницу перегружать, ни перезагружать аккаунт. Все будет по-честному, чисто как я делал в первой части. Поэтому, кто, повторюсь, не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Она будет в описании. Ну и у нас выпадает розовый АКСУ, или, а нет, так 9, окей, дальше крутим, крутим, крутим дальше, не останавливаемся. И обратно выпадает нам тоже оружие и тоже розового цвета, пацаны, ну, какое-то совпадение, как по мне. Остается 2 попытки, и крутим, крутим, крутим рулеточку, посмотрим. Так, мы уже крутим 4 минуты, окей, так, и нам выпадает день. Все, остается последняя попытка, в принципе, и смотрим, что нам выпадает. Остается у нас 30 кредитов, а было, получается, 1500. Всего изначально. Но и выпадает нам, в принципе, уровень. Плюс 1 уровень. Все, смотрим призы. Так, откуда они у нас начинались? Они начинались у нас отсюда. Вот, отсюда начинаются у нас призы новые. Все, это уже 1000. Получается, видите, здесь 20 призов. Ну что же нам выпало? XP, деньги, рецепты, рецепты, XP, деньги, АК, XP, XP, кредиты, XP, комплект лицензий, випка, деньги, XP, комплект лицензий, ТЭК-9 розовый, пистолет розовый, деньги и уровень. Разнообразие особого такого нету, что здесь лицензии подали, рецепты и цвет оружия, что там деньги, что здесь. Но, в принципе, мы это уже разберем в следующей серии. Все, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. From the outside, I was from the north.